Есть личности, которые, не успев уйти в историю, становятся историческими. Личности, воплощающие определенный этап жизни общества, культуры, театра и кино. Легенда советского кинематографа, великолепный артист Лев Дуров ведет живой диалог со зрителем. Встречу с белорусскими поклонниками Лев Константинович начал не в театральном зале, а в книжном магазине, где представил плоды своего писательского труда – книгу «Грешные записки». Артист щедро раздавал автографы, а на вопрос «Почему же записки грешные?» ответил «Там все написано». Лев Дуров привез в Минск истории своей жизни, анекдотические случаи театрального бытия, которые актер называет байками, рассказы о встречах и знаковых моментах творческой биографии. Авторский вечер «Монолог и байки» Льва Дурова состоял в ДКМАС. К зрителю у артиста было всего лишь одно очень простое пожелание. Чтобы они ушли веселыми, чтобы у меня не испортилось настроение. Лев Константинович много шутил, с неутомимым азартом переходил от одного повествования к другому и открыто беседовал с залом. На любое возражение готов ответить своим гениальным однострочным стихотворением. «Я негодяй, но вас предупреждали» – Лев Дуров. Что ж, возражать не будем, да и смеем ли? Лев Дуров создал столько уникальных образов в театре и кино, что должность академика Академии кинематографии – это меньшее, что мог заслужить артист. Большее – бесконечное признание и признательность зрителей. И потому так часто во время авторского вечера спрашивали у артиста его мнение о современном кино и просили назвать имена действительно талантливых артистов современности. Есть актеры замечательные? Есть, конечно. И Машков, и Безруков, и Миронов. Я вам сейчас, человек 10 я вам назову. Не больше. Остановлюсь. Но, тем не менее, это тоже ничего. Совсем недавно артист привозил в Минск спектакль «Яни Рапопорт». И зритель хорошо помнит старика-разбойника Льва Дурова на театральной сцене. А вот как артист узнает, что общение с публикой состоялось? Вот между сценой и залом полосочка есть. Если руку трудно сунуть, значит, спектакль хороший. Если так можно, значит, неважный. На авторском вечере граница между артистом и зрителем почти стерлась. Монолог постепенно перешел в дружеское общение. Публика беспокоилась, чтобы актер не переутомился, но отпускала Льва Дурова с неохотой. А потому вместо слов прощания закончим свой рассказ о событии приятным пожеланием от самого Льва Дурова. Чаще улыбайтесь друг другу, а то мы слишком напряжены. Это мы тоже. Поверьте мне, я стараюсь как можно чаще улыбаться всем. Хотя это иллюзорно, но все-таки это напряжение снимает и становится настроение лучше и у вас, и у меня. Спасибо, целую вас всех. А мы будем ждать новых встреч, новых спектаклей и новых киноработ неутомимого артиста. Тем, кто остается, всегда сложнее пережить расставание. Утешение, благодарность за встречу, за умные слова, за добрую улыбку, за внимательность к зрителю.